То есть смотрите, наша голова, возьмем так прям вот прям поделим. Наша голова — это то восприятие социального мира, которое есть. Мы через голову воспринимаем социальный мир. А само тело, душа, она внутри, кто я есть. Давайте так назовем. Сейчас мы не будем углубляться в поисками себя. Это просто, чтобы было понимание, чтобы вы поняли, про что я. И вот я есть, ты есть вот такая вот, ты как бы вот хочешь расправиться, ты хочешь выйти наружу, но твоя голова видит, что происходит внутри, и вот эти вот социальные барьеры, социальные нормы, они тебе не дают перешагнуть через них, испытывая какой-либо страх, какое-либо разочарование, а вдруг это, а вдруг то, а вдруг еще что-то, говорили нельзя. И получается, что физиологически как раз вот твой вот этот вот стержень, твой позвоночник, он физиологически получается, голова, то, что я вижу, вот сюда идет, вот, и наклоняется на ноги. Почему на ноги? Потому что я психологически смотрю, куда я иду. И вот этот вот, а ты сама, ты сам-то там, ты это двигаешься, и получается вот этот вот вдовий горбик из-за того, что ты не можешь быть собой. Потому что вспомните, когда вы себе нравитесь в какой-либо роли, в каком-либо наряде, в какой-либо ситуации, в каком-либо обществе, неважно, когда вы внутри поете от того, что вот у вас сейчас вот происходит, не знаю, там неважно, как-то оделись, похудели, потолстели, там еще что-то. Как вы хотите, вы себя хотите показать? И у вас всегда, когда вы себя хорошо чувствуете, когда вы прям вот на таком, на позитиве день, вы расправляетесь, да, когда уже совсем, вот уже все кости не раздвигаются, это одно. Но сам факт, вы начинаете распрямлять свои плечи, скидывая все обузу самого себя. Вы распрямляете плечи, у вас становится позвоночник, голова, социальное видение и внутреннее состояние у вас идут наравне, и у вас тогда идут прям физиологические изменения в вашей осанке. И если вы увидите вот этот вдовий горбик, он вообще, он так называется, но по факту он у мужчин тоже есть, в меньшей процентовке. Но если вы присмотритесь к мужчинам, ну, старше 55-60, вы тоже увидите, что он у них присутствует.